вас, что ли? Дед бы сейчас сказал, да что вы, ребята, это газ этот, пар спускает нас. А может, позвонить? Мы уже, конечно, позвонили в службу газа. Писанек, выкладывай, пока никто не выложил на YouTube. Ну я еще, будешь это... первый. Это да. Что выкладывать? Такая авария газа, блин, он прет и прет. А представляете? Что самолет упал или еще что-нибудь? Не. Нет, я думаю, что это... А представляете, там поселок рядом, если... Может, у них это... Что-то горит ведь. Ну да. Ну, пошло, пошло, смотри. Лес, наверное, загорелся. Пошло в сторону. Может, позвонить? Ну. Да что, куда звонить, уже все знают. Чем больше звонков, тем лучше. Офигеть, все небо желтое. Я вчера ехал с Москвы, видел оранжевое небо. Вот точно такой же цвет был. Все. Перекрыли. А может, нет? Сколько газа фигачит. Да, уже все, у них телефон оборван. А мы дураки смотрим, а люди звонят. Игорю позвони, что-то там сверху. О, можно к Игорю подняться. Ты шутишь, как там сейчас воняет? Ну-ка, надо Диме позвонить. Да. Дайте мне телефон. Че? Да уже все позвонили кому на это. Сейчас, сейчас. Дайте я аккаунт открою, посмотрю. Там дышать. Нечем, да, все там есть чем дышать. О, можно. Ты, Санек, а вдруг это какая-нибудь это? Да, облако. Закрой нафиг. Блин, наивные такие, если ядовитое облако нас окно не спасет. Противогазы тогда все одели и сидим. А чё? Да я хочу окно открыть, чтобы звук услышать. Ничего не ядовитое. До нас сверху еще не дошло даже.